Принят в первом чтении. Депутаты Самарской губернской думы утвердили бюджет региона на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. Доходы на следующий год составят 228 миллиардов 391 миллион рублей. Расходы 247 миллиардов 127 миллионов рублей. Бюджет сохранит социальную направленность. Важнейшим приоритетом является поддержка экономики, промышленности, технологического развития. При этом, коллеги, мы с вами ни в коей мере не ухудшаем ситуацию по социальной поддержке. На социальную сферу, здравоохранение, образование, физическую культуру и спорт будет направлено более 60% бюджета, свыше 151 миллиарда рублей. Бюджет, который он принял, он бюджет развития, да, он с плюсом, он позволяет двигаться вперед всем, и науке, и производству, и сельскому хозяйству. Также были внесены изменения в бюджет текущего года. В 2023-м увеличиваются расходные и доходные части за счет поступления налоговых и неналоговых доходов на 2 миллиарда 966 миллионов рублей. Виктория Шара и Константин Головин. События.